Слушай, а кто-то особенно язык отрезал? Русские. Конечно, кто же еще, кроме русских? У него жена сбежала с геологом. Хасан поехал ее искать. Когда нашел, не выдержал и убил. Он 7 лет в Сибири сидел, в тюрьме. Ну, там тоже не выдержал, лишнее слово сказал. Ну, за это его язык отрезали. Хасан любит петь. Он вам родственник? Моя старшая сестра его женой была. Хасан! Ты, говорят, петь любил раньше. Ну, спел бы что-нибудь. Давай, я помогу. Что-то очень знакомое. Я что-то слова забыл, не напомнишь, нет? Ты что такая грустная? Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы расставались с тобой. Нет больше ночек, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек заберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Если в поход страна позовет, за край наш родной, мы все пойдем в смертельный бой. Я. Аслан, sen onu güvene götür. Bu bizden gelecek. Koy. Celin.
Иди, не оглядывайся. Ну что ты? Оглянись. После плена меня недели две продержали в госпитале, а потом комиссовали и отправили домой. В поезде мать всю дорогу плакала и рассказывала соседке, как ей повезло, какая она счастливая. А я все время хочу, чтобы мне приснились люди, которых я любил и которых больше никогда не увижу. А они все никак не снятся.